Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Я с вами пойду. Иди грейся. Что ищешь? Вчерашний день. Он там, что ли, лежит? Что, только издеваться можешь? Еду ищу. Нету? Нету. Живот уже сводит. Я привык. Я много дней без еды могу. А ты сильно хочешь кушать? Дурак. Покажи. Вот здесь. Дальше. Бой длился до 22. Мы никак отойти не могли, оторваться от немцев. Потом немцы прекратили атаки. Мы оставили позиции.
По дороге нашу колонну расстреляли немецкие самолеты, и нас осталось 9 человек. А куда вы ходили? Вот, вдоль шоссе, вот так. Да ерунда это все. К тому времени немцы уже оседлали шоссе. Вы там бы не прошли. Ну, значит, проскочили как-то. Я правду говорю. Правду? Я из окружения с оружием вышел. Есть хочешь? Жалко, к тем не прибился с собаками. С какими собаками? С обычными. Думаю, овчарки. Пограничники, видимо. Покажи. Я там еще на 3 полуторки и скорую помощь наткнулся. Ну, по всему, видно, что бросили. И сгоревшей бумаги много было. Я по следу пошел. Селиванов! Зачем вам 2 часов? А это не часы. Это компас. Ты карту представляешь себе? Ага. У нее есть север, юг, восток и запад. Вверху север, снизу юг. Стрелка всегда показывает на север. И ты можешь определить, где находится, например, какой-нибудь город. А вот, например, где Москва? Москва там. А где мы сейчас? А мы вот здесь, в самой серединке. А ну, дай-ка руку. Вот. Ты не потеряешься. А я так умею направление определять. По звездам, например. А вот, например, вы меня научите? А ты звезды видишь? А-а. Ну вот, когда будут, тогда научу. Можно я с вами посижу? Присаживайтесь. Давайте поиграем в «Летел-лебедь». Давайте. Знаешь такую игру? Нет, не знаю. «Летел-лебедь», смотри. Ставь вот так вот руки, а ты давай свою. Знаете ли вы, сынки, откуда слово «негодяй» пришло? Я. Негодяй он и есть негодяй. Плохой человек. Не скажи. Так в старину назывался человек, негодный в строевой службе. И слово это, между прочим, не было ругательным.
То есть, если в армии не служил, значит, негодяй? Угу. А вы сами-то как? Я свое уже отслужил. Теперь Господу служу. Теперь это точно не пропадем. С иконой да молитвами. Долго мы будем здесь еще торчать, пока не найдем этот отряд. Когда придут нас сменить, уже пора обедать. Интересно, что сегодня на обед? Будет гусь. В этой деревне было много гусей. Руки вверх. Ко мне. Быстрее. Быстрее. Подойди. Ко мне быстрее. Вы думаете, мы попыт только кабилом махать можем? Я в 915-м служащий капитана инфантилии заканчиваю. А тогда у десяток горшков в армии отдал. Сколько пороху понюхал, что вам всем есть и не доводилось. Родину надо защищать как мать, как женщину свою, как ребенка. Школа, встать! Кто видел Яшу? Повторяю вопрос. Кто видел курсанта Николаева? Что делать будет? Ты что паникуешь-то? 2 часа в расположении отряда не наблюдается. Нету и нету, вернется. Куда он денется-то? Что случилось, мужики? Курсант пропал. Якут. Курсант Николаев. Подождем. Подождем. Дядьки, а есть закурить? Якуты они такие. Довела парня.
Я тут при чем? Эх, девки, девки. Мальчика обидеть проще, чем девочку. Слушай, Егорыч, ну ты-то меня хотя бы не пугай, а? Я вообще удивлен, что он с нами всю ночь по лесу проваландался, а не бегал как джульбарс. Ну, решай. Искать-то надо. Ну, иди ищи. Бери герца, иди ищи. Из-за меня Яша в лес удрал. Что я его позорила перед всеми. Глупости, это все глупости. Не глупости. Его теперь поймают и расстреляют. Нет. Расстреляют. Не расстреляют. Ну все, все, все. Все, все. Не плачь, успокойся. Иди быстро. Я надеюсь, нам дадут награду за такую добычу. Иди. Не оглядывайся. Быстрее. Алексеевна. Потерпи, терпи немножко. Что? Я по поручению товарища капитана. Вот, шоколада немного сказал передать. Спасибо. Что у нас слабенькая совсем. Это все, что у нас есть. В смысле, вообще все. Андреева послали за продуктами, но не вариант, что он что-нибудь принесет. Я это к чему? Вы поэкономнее, ладно? Да, спасибо. Thank you.
Ну, что делать будем? Предложение? Если немцев приведет. Паш. Ты чего боишься-то? Ты же все знаешь. Бойца нет в расположении части. Почему, неизвестно. Выясним причину, будем принимать решение. С этим? Что будем делать? Вань, ты же понимаешь, если это не в те руки попадет, с тебя первого голову снимут. Так что бояться не мне надо, а тебе. Господин майор, час назад рядом с лесным блокпостом обнаружены тела двух наших солдат со сломанными шеями. Враги действовали бесшумно. Их оружие забрали? Нет, но из него вытащены затворы. Что еще? Они не могли далеко уйти. Туда отправлен отряд СС. Это наверняка та самая группа противника. Они нас всегда опережают. Может, это кто-то еще? Нет, это они. Если сопоставить наши потери и место, в котором брошены грузовики, то видна четкая логика маршрута. Выходит, это хорошо подготовленные солдаты, куда же они двигаются. Выход у них один. В этом районе только один город, в котором есть железнодорожный вокзал, из которого возможна эвакуация личного состава и секретных документов. И этот город нами не занят. В нем русские войска. По донесениям нашей разведки, в городе нет большевистских войск. Все эвакуированы, как и многие местные жители. Но наверняка этого сказать никто не может. Возможно, в городе оставлены отряды для ожидания спецархива, который мы давно ищем. Он важен не только для нас, но и для большевиков. Что будем делать? О спецгруппе и архиве, которые они прячут, уже стало известно в штабе фронта. У нас с вами теперь только один выход. Как можно быстрее обнаружить и уничтожить спецгруппу противника и во что бы ни стало добыть секретные документы. Батюшка. А что со мной не так? Как с людьми-то у тебя? Друзья есть? Гордыня.
Спасибо. Полис кружил. Потом Герц след потерял. Километра два, да? Видать, совсем старый стал. Сгонял тебя, Егорыч. А вы что? Хотели Яшу найти в лесу? Серьезно? Бой! Ружья! Товарищ капитан, Голан. Построение! Бегом! Живей, живей, живей! Равняй! Сверя! Курсант Николаев, два шага вперед. Где был? На охоте. Кто дал приказ? Так это, товарищ капитан, ну... Курсант Хабаров. Я! Забрать оружие у Николаева. Есть! Не отдам. Исполнять приказ. Иван Матвеевич, это... Подожди! Любое самовольное оставление части в условиях военного времени является дезертирством. Дезертирство, равно как и неисполнение приказа, карается расстрелом. Паникеров и трусов это тоже касается. Докладывай. Иван Матвеевич, это я отпустил его. Дальше. Вы приказали пойти на добычу еды. Тут мы встретили Яшу. Яша говорит, пойду кабана искать. Я и отпустил его. Яш, спасибо, извини. Курсант Алексеев, передать командование отделением курсанту Борисову. Зеленцов, займись тушей. Товарищ капитан. Разойдись! Кабан там, вон, забирай. Молодец. Я таких, как ты, знаю.
Я все равно расстреляю. Что с рукой? Да так. Кабан злой попался. Слушай, Лаш, я... Покажи рану. Да не, я лучше пойду, помогу накормить. А ну, показывай рану быстро. А что, если заражение будет? Что я с тобой делать буду? И вот почему ты такой? Давай. А это что еще такое? Трава хорошая, лечебная, помогает. В лесу нашел. Лечит хорошо. Сперва рану надо обработать, потом уже кормить всех. И не спорь. Держи. Когда в лес ходил, следы увидел. Пошел по ним и кабана нашел. А что сразу не сказал? А следы совсем старые были. Вот я тебе говорю, Егорыч, хочешь кабана скушать? А ты идешь за кабаном, а его там нет. Опять меня плохими словами будет называть, да? И кто тебя плохими словами назвал? Назвал бы. Если бы до кобы во рту выросли грибы, если бы ты мне сразу сказал, никто бы тебя дезертиром не называл. Я? Дезертир? Кто такое про меня говорит? Рот закрой. Держи. Лиз, не торопись, ешь маленькими кусочками. Я еще хочу. По маленькому кусочку у тебя. Ты понимаешь, что ты давно не ел? По чуть-чуть ешь. А ты попроси, где желание. Он прикажет ему еще дать. Ты видишь, сколько людей? Так, иди сюда. Слинка. Давай. По чуть-чуть. Ты кабана ради меня, что ли, убил? Егорыч, а где Поляков? Почему не обедает со всеми? Где-то гуляет со своими бумагами. Отправь ему я же, пусть накормит. Тебя, сынок, как звать-то? Рома. Роман. Романов-то много было на гражданке? Да нет, не особо. А ты сам-то, сынок, крещеный? А что, так не страшно? Да страшно, конечно. Страшно. Годков тебе сколько? 22. Я в 22 погулял. Много. Ты ж священник. Я ж, сынок, не всю жизнь священником был.
Да. Веселая жизнь была. Ну а как священником ты стал? Что заставило? Что заставило? Да ничего не заставило. Заставить нельзя. Прийти можно. Ну что привело? Любовь, брат. Любовь привела. Ешьте. Спасибо. А правда, расстрелять могут? По закону. Да. Но посмотри, какое доброе дело ты сделал. Стольких людей накормил. Ешьте, силы нужны. Кто вас тогда понесет? Тщательнее жуйте, не поперхнитесь. Может, потом еще кого-нибудь расстреляете? Да пошутил я. Приятного аппетита. А может, расстреляют. А может, и не пошутил. Жулька, ну что такое? Почему ты не кушаешь? Чует что-то. Наверное. Белку и птичку. Он же охотник. Дедушка, вот же барса душа есть. А ты ему в глазки загляни. Что видишь? Дядю Ваню. Ну вот скажи мне, а без души разве можно любить? Нет, конечно. Без любви души не будет. Что это такое? Ну да, книжки немцев. Да, немецкие книжки. Снимаемся. Почему раньше не сказал? Так это, вести хотели кабан. Ну, кабан? Егорыч. Дурак, пошел вон! Есть! Школа, снимаемся! 15 минут на сборы! Бегом! Бегом! Пушим костры! Шевелись! Закончится. Свадьбу с тобой сыграем. Много людей придет. Иван Матвеевич придет. Егорыч, Хабаров, Алексей, Борисов. Все придут. Много людей. Очень много людей.
третий месяц войны идет. Пора бы нам в отступление перейти. Да скоро уже, Егорыч. Сейчас до наших дойдем, перегруппируемся. Вот тогда и повоюем. Что ты так переживаешь? Найдется твой Джульбарс? Мам, но Джульки уже давно нет. Давай мы покричим. Нельзя кричать. Ты же знаешь, что дядя Ваня сказал? Соблюдай тишину. Я очень переживаю. А вдруг с ним что-то случилось? Что с ним может случиться? Это дикий пес. Найдется. Все, гуляй. Где ж ты ее взял? Свежая, нет? Сейчас не поймешь, свежая, нет, она так и сглазал. Сейчас поймем. Дай-ка. Держи. Ну, свежая. Значит, где-то рядом. Все, давай, команду, привал. Привал! А, Егорыч. Возьми кого-нибудь, сходи, посмотри. Аккуратненько, колонна. Яша! Есть! Бойцы, говорим в полголоса. Собаки вас тоже касается. Хороший сюрприз, спасибо. Ну, а что было делать? Прикончили бы его. Свои бы искать стали, а так пригодится. Может, расскажет, что важное. Да? Ты с ним шпрехать будешь? Ну, я. Ладно, пойдем погуляем. Светин! Я! Воробьев! Я! Вихай Сэнзэйн. Как тебя зовут? Хельман. Паша. Как далеко линия фронта? Численность войск и вооружения? Wie weit ist der Front? Как далеко линия фронта? Ich möchte Ihnen helfen. Я хочу вам помочь. Weit weg. Wir haben schon Kaluga. Наши войска взяли Калугу и Орел. Он говорит, что они взяли Калугу и Орел.
Какова численность подразделений? Достаточно большая для того, чтобы продвигаться вперед. Вы преследуете нас? Почему? Вы убили много наших солдат. Только поэтому? У вас есть какие-то документы, и нам приказано их раздобыть. Они ищут архив. Вай, пристрели его. Тут мир зверляет. Мне очень жаль, Хельман. Охраняйте его. Оружие не применять. Немцы слишком быстро двигаются, надо прорываться. Мы с Яшей заметили лазейку, когда фрица брали. Кира, можно тебя немного? Все плохо. Мы отрезаны. Возможно, будем прерываться. Когда? Я не знаю. Шевцов решает. Немецкий любишь? Носи на здоровье. Данке. Вот так, болото. Здесь пулемет и посты охранения. Идем вот здесь, вдоль этого края, в стороне от главного лагеря. Всей толпой не пройдем. Значит, посты охранения убираем. Так. Я же со мной. Борисов с Егорычем. Все, через 2 часа сбор.